Участники конкурса «Миротворец» продолжают знакомиться с особенностями межнациональных отношений в Якутии. В столице республики проходит окружной этап всероссийского конкурса, а также межрегиональная научно-практическая конференция. На ней обсуждают вопросы межэтнической тематики в информационном пространстве. Конференция – проект Ассамблеи народов Якутии. Также сегодня участники конкурса побывали в Покровске. Там они приобщились к якутской культуре. В частности, прошли обряд благословения. Проблем, скажем так, немного, больше задач. И задача получилась еще больше, потому что теперь нужно с этим что-то делать. Я считаю, что вот тот прорыв, который мы начали в прошлом году, работая в Якутске, вот он состоялся и направили новые направления сотрудничества. И ряд технологий, которые вот нами были разработаны в ходе нашей двухдневной работы, они, вот, наверное, помогут перейти в новое качество информационной работы.